Так, вот он наш, кто, именинник Сатурн, 206 по Киеву, 21 июля 2020 год, в Харькове. Частенько я свои съемки начинаю с Сатурна, просто потому что на него тяжелее навестись, чем на соседний Юпитер, например. Но сегодня у нас совершенно другой повод для того, чтобы сначала посмотреть на Сатурн. Сегодня Сатурн в оппозиции. И даже не просто сегодня, вот прямо сейчас, в 2 часа ночи. Черех не особо развернешься. Так, откатываем назад. Вот у нас, ребятки, Юпитер и Сатурн. Это всегда красиво посмотреть, мне нравится. Поехали наводиться. Сегодня ближайшее расстояние до Сатурна от Земли за более чем год. Там какой-то период этих приближений больше, чем 365 дней. И кроме того, Юпитер в оппозиции к Солнцу, и это странная фраза подразумевает, что на одной линии находится Сатурн, Юпитер, дымка, резкость. Все, что получается вытащить сейчас. На одной линии находится Солнце, Земля и упомянутый Сатурн. Так, сказал я, да? 1 миллиард 345 миллионов километров сейчас до этого красавца. Немножко облачность, но в принципе даже я вижу кольца различимые на экране, даже на мониторе. Так, дело сделано. Смотрю параллельно на, пытаюсь найти комету Новайс. Хорошо представляю, где она должна быть. Хорошо вижу большую медведицу. Даже пытаться наводиться видео фотоаппаратом не буду, потому как с каждым днем все дальше удаляется от Солнца комета, и потому хуже видна. И я ее даже визуально сейчас глазами не наблюдаю. Знаю, где она есть, но уже с фотоаппаратом делаю съемку с высокой выдержкой. Обнаруживаю на съемке, на фотографии эту комету, и тогда уже думаю, что вижу ее глазами в небе. Так, ладно, поехали от нашего юбиляра. Там какой-то, кстати, говорили, что видно будет спутник Сатурна. Ну, в окуляр я вижу, ребят, не вру, слева какой-то, я не знаю, то ли это звезда в том же районе оказалась, то ли это тот самый спутник. Левее, левее, не правее. Что-то я потерялся совсем. Так, поехали к Юпитеру, к замечательным Галилеевым спутникам.
пока он вчера так меня подвел. Ну, не он, конечно. Только я приехал, выставился под утречко. Хотел снять, как он за горизонт садится. Ровно в тот момент, когда выдвигался объектив, он мне мигнул, натурально мигнул, спрятавшись за облачко. Ну, то есть, какое-то через облако проскочил. Какое-то узенькое. Получилось это натурально, как будто он отсемафорил мне. Пока-пока. У нас абсолютный штиль. У нас это у меня и комаров. О, классно. Еще не успел спрятаться. Значит, первый у нас идет. Европа у нас сегодня вырвалась вперед из спутников, 4 галилеевых спутников. Что я на экранчике-то не вижу. Сейчас я попробую резкость. Ну, видно даже на экране. Но правый — это Европа. Прямо касается сейчас Юпитера Ганимед. Он сейчас спрячется, этот спутник, за Юпитер. Потом слева уже от Юпитера идет спутник Ио. И где-то там вверху экрана, в левом верхнем углу, должен сейчас объявиться Каллист. А, вон он. Ну, на экранчике вижу, не знаю. На мониторе будет видно, не будет. Да, там говорят, 4 спутника Юпитера. Юпитера, конечно, не 4 спутника. У них, по-моему, 64. Просто мы видим, как и Галилей в свое время, 4 самых крупных. Да не, ну, ой, почему вот в окуляр просто великолепно видно? Четко я... Европа видна, рядом с Юпитером виден Ганимед, а на экране